Всем доброе утро. Мы, правда, уже начали это утро с половины четвертого. Сейчас в Москве ветрено, пасмурно. Татоша тут играет на площадке с очередным трофеем. Ну, когда его раздувает ветер, папа просто в восторге от этого. Ну, иди, иди поиграй с мячиком, иди, папа тебя поснимает. Как только ветер начинает трепать его гриву, его лохматую морду, это нечто такое, нечто забавное. Вот, решил снять маленький ролик, такой, ничего необычного. Обычный мячик, обычный Татоша. И обычное пасмурное московское утро. Но сегодня пятница. Поэтому желаем вам, так сказать, дожить, пережить эту пятницу. Потому что завтра суббота и воскресенье. Выходные. Всем пока. Хорошего утреннего настроения.